Сюда иди быстро. Нет, мам, не надо. Ну, мам. Стой в углу до тех пор, пока отец не пришел. И сам отцу расскажешь, за что двойку получил. Нет, пожалуйста, пожалуйста, мам, только не папе. Папе не говори. Пожалуйста, я все что угодно по дому сделаю. Я полы помою. Я компресошу, только папе не говори, что я двойку получил. Нетушки, тут стой. Нет, ну неужели есть правда такие родители, которые за двойку ставят ребенка в угол, еще и папой угрожают? Хорошо, что у меня не такие родители, меня за двойку никогда не ругали. Ну, Макс, знаешь, родители бывают тоже разных типов, и сейчас мы их вам покажем. Сынок! Давай, бегом собирайся! Батя уже внизу червей в машину грузит! Только тебя ждем! Мам, а что такое-то? Ты что на себя напялила вообще? Ты себя в зеркало видела? Видела, видела! Мы открываем сезон рыбалки! Ты же знаешь, как я это люблю! Короче, давай быстренько! Мы тебя все заждались! У тебя есть на сборы 3 секунды! Нет, даже 2! Мам, ну сегодня вообще-то первый день каникул! А давай я лучше к бабушке поеду, а? Вернемся с рыбалки, навестишь бабушку. А сейчас бегом собирайся. Фу, вот попадос. Ну какая рыбалка? Они же знают, что я не люблю рыбалку. И вообще я не люблю рыбу. Капец, блин, первый день каникул. Сережка, погнали в мяч погоняем. Я тебе сейчас такой футбол покажу. Смотри, как батя умеет. Оп, 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 беда, беда. А ты умеешь-то? Во-первых, я Тома. Я не виновата, что ты хотел сына, а родилась дочь. И мне не интересен футбол. А, да, точно. Ну ничего, девочки, это тоже хорошо. Бывают даже женские футбольные команды. Так что давай, одевай спортивную форму, настройся на хорошее настроение и жду тебя внизу на газоне. Чё зря, газон стерили, что ли? Пап, никуда я не пойду. Я тебе 100 раз говорила, не люблю я футбол. И ты мне, кстати, в прошлый раз по голове мячом попал. Меня потом полдня тошнило. А хочешь, я тебе анекдот расскажу? Опять? Слушай, дорогой, где ты был? Спортом занимался. Странно, но твоя футболка сухая и совсем не пахнет. Дорогая, так я шахматист! Пап, очень смешно. Но у меня завтра контрольная очень важная. Мне надо к ней подготовиться. Ну так в футбол поиграем, свежим воздухом подышишь, и голова лучше соображать будешь, и все сделаешь. Пойдем, пойдем. Давай, догоняй, жду. Ага, да, хорошо. Ой, Максим, а какая чудесная погода для того, чтобы пособирать мусор и очистить нашу планету. Нафига нам вообще это надо, мам? Почему именно мы? Максим, у тебя упало, поосторожнее. Не хочу я этим заниматься. Нафиг ты меня с собой притащил? Лучше бы дома сидел и в комп играл бы. Максим, ну какой компьютер? Лучше же помогать нашей планете и нашей природе. Тоже мне супергерой нашлась. Для этого есть специальные службы, кто этим занимается. Ой, Максим, давай-ка без этого. Вот они вот деньги сдирают с нас. А на самом деле ничего не убирают. Лучше же самим убраться и увидеть, насколько мы очистили нашу планету. Ну вот другой какой-нибудь хороший человек найдется и пусть этим занимается. Максим, если не мы, то никто. Как я рада, что могу этим заниматься и наслаждаться. А я вообще не рад. Нафиг я с тобой попёрся, лучше бы дома остался. Алло, Нинуля, привет! Как у тебя дела? Ремонт делаете? Ты подожди, это не самое главное в жизни. Сейчас тебе такое расскажу. Ты лучше сразу садись, а то упадешь. Ты меня внимательно слушаешь? Пришел Максимка со школы. Тетрадь открываю. Биология 5. Физика 5. Английский. 2 пятерки сразу. Ты представляешь, вот история. Ему еще грамоту дали. В олимпиаде, кстати, участвовал. 100 баллов набрал. Мой сыночек, родной мой. А рисунок какой нарисовал. Ты бы видела, Нинка. Обзавидуешься, наверное.
Рисование ему, конечно же, 5 поставили. И солнышко у него здесь, и грибочки, и травка. Ой, ну прям, я не знаю, произведение искусства. А еще он целый глобус сам слепил, представляешь? Из пластилина, конечно, 5 поставили. Но не ребенок, а золото. А Виталька-то твой как? Двойки на двойку, да? Эх, жалко, конечно, да. Ой, ну ладно, все, пока. Мам! Мам, ну зачем ты так говоришь? Зачем ты про Виталика говоришь? Ну да, как мне теперь с Виталиком дружить? А вот пусть знает, какой у него друг. И вообще, может быть, даже лучше себе найдешь. Такого же умного, как и ты. Мне кажется, Виталик на тебя плохо влияет. Капец вообще. Я скоро из-за тебя так вообще без друзей останусь. Меня уже маменькин сынок называют. Максим, какой капец? Ты где таких слов понабрался-то? Эх, это все твой Виталик! Папа идет близко. Привет, дочь! Ну как дела? Да нормально, пап, дела. Вот сижу, уроки делаю. И что, даже в компьютер не играла? Да нет, пап, ты что? Зачем? У меня вот уроков полным-полно. Да и тем более там родительский контроль стоит. Я бы и не смогла играть в него. Ну да, это я постарался. Папка у тебя такой умненький. А он горячий. Значит, обманываешь отца, да? Да нет, пап, ты чего? Не обманываю, конечно. Значит так, первое предупреждение ты получила. Мать с работы вернется, еще с ней разговаривать будешь, поняла? И комп, кстати, заберу, пока матери все не расскажешь. Ну нет, пап, ну маме ты не рассказывай. Еще как расскажу. Да блин, что такого-то? 5 минут в комп поиграла. Ну вообще, почему он так быстро нагревается? Взял, подвел меня. Тома, Томочка, иди сюда. Ну вот что ты опять на себя напялила? Ну как вообще такое носить можно, а? Вот у вас у молодежи ну совсем вкуса нет. Ну это же не модно совсем. Вот смотри, что я нашла. В этом я ходила в своей молодости. А как говорится, все новое — это забытое старое. Ой, ну опять ты начинаешь. Не буду я твои занавески перешитые носить. Ну ты только померь, тебе обязательно понравится. Нет, даже смотри. Мерить не хочу. Ну такой ты... цвет, ну некрасивый, это не модно. Он тебе подойдет, ты посмотри, как у тебя подходит, подчеркивает тебя. Так, пока не померишь, деньги на карманные расходы не получишь. Поэтому бегом, мигом давай. Ладно. Будешь у меня самая красивая в школе. Как же тебе хорошо! Как оно тебе идет! Да оно же все огромное! Я на мешок картошки похожа! Не проблема, не проблема! Мы тебе зацепим ремешок, и будет она тебе как раз! А этот ремешок мне небольшой! Небольшой! Смотри, какой красивый ремешок! Вот теперь ты настоящая девочка! Прям себя вижу в молодости! Ладно, все, мам, давай деньги на карманные! Вот, держи. Иди гуляй и долго не задерживайся. Хорошо. Все равно буду в сарае переодеваться. Вот увидишь, всем твое платье понравится. Так, ну все. Историю выучил и алгебру не сделал. Максим, я тебе кое-что хотела рассказать, а ты знал, что Андрюша каждый день перед школой выбрасывает ведро с мусором. Представляешь, как маме помогает? Да, представляю. А еще он планирует поступить в мединститут. Врачом, наверное, хорошим будет. Может, даже клинику свою откроет и ни в чем нуждаться не будет. А ты всю эту физику учишь. Я вот вообще понять не могу, чем она тебе так приглянулась. Считаю, что этот предмет дурацкий. Ну, мам! Не перебивай, мать. Вот ты бы лучше химию да биологию бы учил, как Андрюша. Стал бы врачом, как Андрюша. Может быть, и клинику вместе бы открыли. Но Андрюша же еще не врач. Но будет, я уверена. И вообще, ты видел, какая стрижка у Андрюшки? Вот тебе надо такое же сделать. Кудряшки по плечи. Такой милашка. Все,
Надоело мне, что вечно кого-то хвалят, ты сравнивать меня с кем-то. Не, ну мой Максик тоже хороший, конечно. Ну вот Андрюшка. Фу. Какой же я голодный. Ой, сейчас бы слона, наверное, съел. Мама! Голодный, говоришь, пришел? А у меня здесь уже все подготовлено! Нет, мам, только не это! Я уже это целый месяц ем, я не могу, я очень кушать хочу! Фу. Но я не хочу! Ешь, Максим, ешь! А можно мне хотя бы разочек укусить? Нет, ты что, это же вредно! Вот, наслаждайся морковкой и помидорчиком! Фу, не хочу! Сама бургер ест, но я морковку это должен грызть. Ну, наконец-то моя доченька вернулась. Ну, как у тебя дела? Давай я тебе помогу. Хорошо, мам. Ну, я же сама могу справиться. Не нужно. Мама тебе поможет. Давай. Как дела в школе? Все да хорошо? Хорошо у меня в школе дела. Вот так? Мама, ну я же сама могу обувь снять. Ну, зачем? Зачем тебе перетруждаться? Лучше мама тебе поможет. Сейчас мы тебе мучки тщательно помоем и кушать пойдем. Мам, ну зачем? Как зачем? Нужно обязательно кушать. Кушать-то понятно, а руки мне мыть зачем? Я же сама смогу справиться с этим. Мама лучше знает, не спорь. Но я же уже большая, ну мам. Конечно большая. Мам, ну давай я сама. Не мамкой мне. Ты устала, пришла со школы. Мама тебе сейчас все сделает. Да я не очень-то и устала. Все, пойдем кушать сейчас. Подожди, подожди. Вот садись на подушечку, чтоб мягенько тебе было и удобненько. Сейчас мама придет и кушать тебе принесет. Устал я уже от такого контроля. А? Мам, ну дай ложку, можно я сама поем? Я же в конце концов не маленькая. Ничего, ничего. Еще неизвестно, что тебя в жизни ждет. Пока у тебя есть такая мама, пользуйся моей заботой и добротой. Да блин, да где же она? Мам, а ты не знаешь, где моя футболка, которую мы вчера покупали? На комоде. А? О, точно, вот же она. О, как раз. А тетрадь по биологии? Тоже на комоде, в стопке в самом низу. Фу, ничего себе. Ну-ка, сейчас проверим. А телефон мой не видела? У тебя в руках. Ну, или в заднем кармане. Нифига себе! Все знает, как она это делает. Ну что, вот такие вот смешные типы родителей. Но какими бы они ни были, они нас точно любят. Даже если мы себя ведем иногда немножечко плохо. Если ты любишь своих родителей, то обязательно поставь лайк. И до встречи в следующих видосах. Пока!